Здравствуйте, сегодня у нас 17 мая. Хочу просто показать, что стало с лицом. В общем, второй день у меня. Мне сказали, больно по солнцу не ходить. Дома посидеть 2 дня. И вот результат, не знаю, видно, не видно. Ну, не видно. Вчера очень сильно, ну, как бы пекло, особенно лоб красный был. Ну, такое впечатление было, что как будто... Ну, на солнце обгорело, вот так. Неприятные были ощущения. Сегодня утром встала, уже это, ну, как бы, не чувствую, ну, не знаю. Посмотрим, какой результат будет. Ну, вчера еще оно немножко как лицо припухшее еще было. Сегодня отек спал. Так, знаете, что хочу рассказать? Леша так хорошо устроился. Смотрите, ему на экскурсии шоколадки дали. В таком пакетике, видите, и далее еще бутылку вина, вон, Монте-Кинта Риоха, что такое вино, Семидульсе, нет, не написано Семидульсе, не знаю, что кислятина. Сейчас я покажу вам, что я купила в Лидле сегодня, покажу, что набрала сегодня, смотрите. Ну, самая моя, конечно, гордость, что я взяла за 9,90. Вот, смотрите, такая расческа с горячим воздухом. То есть, это так здорово. Так мне как раз надо. А то мне приходится одной рукой держать этот фен, другую расческу, вот такую круглую, чтобы делать расческу так неудобно. И всего 9,90 стоит. Фу, нормально. Так, еще что? Боже, знаете, в Африке снег выпадет. Мне чек напечатали на испанском языке. Это все на каталанском был. Так, значит, что первое у нас? Синтелоно сердо. Это вот это. 3,50. Это вырезка. Ну, свиная. 3,50. Сколько там грамм? Сколько грамм? 780 грамм. Вот 780 грамм. 3,50. Дальше занаурия. Занаурия — это морковка 69, я запомнила. Так, хлеб 50 сантимов. Сальчичон евро 45. Сальчичон. Вот евро 15 есть и евро 45. Ну, вот я думаю, евро 15, это евро 45. Так, карне пикадо. Так, пикадо де вакуно. А что-то я только, получается, говядину взяла. Обычно я смешанную беру, свинину с говядиной. Ну, ладно. 3,89. Вот, 800 грамм, 3,89. Стоит. Это вафли. Вафли у нас называются куфрес ассакурадос. 2,29 вафли. Так, я маскарпоне очень люблю. Знаете, я так люблю маскарпоне. Вот положить на вафлю сверху маскарпоне и ягодки вот эти замороженные. Или можно варенье. Вот варенье взяла фреса. Это клубничное. Клубничное варенье. Получилось. Где оно варенье? Конфитюра. Конфитюра фреса. Евро 39. Вот. Значит, молоко по 60, евро 20, чай 99, вот этот, а этот чай, где чай, Теверде 75, это 75, вот, Тенегро Инглиш, это 99. В общем, по-испански Те чай, ун Те, Те Инглес Брекфаст, так и называется, Теверде. Теверде — это значит зеленый чай. Так, фрамбуэса. Фрамбуэса — это малина. Видите, замороженная малина. Так люблю, так вкусно замороженную малину. Потому что у нас здесь малина свежая. Она очень такая дорогая. Но она как деликатес тут считается. Еще, знаете, хочу что рассказать. Что вот в Испании покупаете вот такой формы помидоры. Они вот вкусный запах имеют, вкус. Это на 99 сантимов я взяла. Остальные, знаете, какие-то в Испании невкусные помидоры. Знаете, еще что я все время забываю сказать, что все это мое субъективное мнение. Я рассказываю то, что я вижу, то, что
мне рассказать то, что, ну, то, что реально я знаю. И, пожалуйста, не пишите мне в комментариях, что в других частях Испании вы такого не видели, и что там, где вы там живете, у вас все по-другому, ради бога. Я не спорю, я лично рассказываю то, что я вот, ну, вижу в Люрет-де-Маре. Вот давайте ограничимся Люрет-де-Маром. Я рассказываю про Люрет-де-Мар. Там хорошо, если что, в других этих местах Испании все по-другому. Да ради бога, ради бога. Я не спорю. Вот маскарпоне, вот. Маскарпоне сколько стоит? Маскарпоне. Евро 59. Так, евро 59. Да вроде все рассказал. Ну, вот так вот. Все вместе 36,43. Видите, вышло. Ну, так, я хожу по чуть-чуть, покупаю каждую неделю. Вот. Мясо, конечно, Леша, мне бы, конечно, мясо не есть. Но у меня рыба есть. У меня рыба есть. Я еще, знаете, вот люблю вот это. А сыр, забыла это сказать. Меня спросили, где я покупаю такой сыр. Да мне кажется, в каждом супермаркете есть в Испании. Ну, вот и в Меркадоне я покупала. 99 сантимов стоит. Мазарелла. Мазарелла. 99 сантимов, да. И в Лидле он тоже есть. Я, знаете, как люблю? Я люблю, значит, накрошить помидоры, маскарпоне это накрошить, лук. И еще вот беру такую консерву эту, тунина, тунец. И все это с, ну, растительным маслом. Блин, так вкусно. Только вот я тунец забыла купить. Ну, ладно. Так, маскарпоне. Вот если кто не пробовал, попробуйте, так вкусно. Оно, знаете, оно без вкуса, оно пресное. Его или можно с соленым чем-нибудь делать, или также можно делать с чем-нибудь сладким. Я вот так вот на вафельку сверху намажу, сверху ягодками. Ягодки можно положить. Или сверху можно вот это завтрак такой. Сверху вот это варенье. Блин, так вкусно вообще. Я говорю, здесь вообще похудеть невозможно. Здесь только разжиреешь. Тут все вкусно. Ну ладно, Вася вам еще покажу. Вася, Вася, печальный Вася, потому что ему жарко, да, это Вася. Он у нас на террасе все живет. Я тебе забыла, Вася, вкусненькое купить. Вот такая я. Ну ладно, до свидания. Соберусь, вот лицо, когда у меня поправится, ну, нормальное лицо будет. Потому что я сейчас ничего не могу, нет, не накраситься, ничего. Тогда расскажу вам, как в суде было. Ну, еще, может, расскажу что-нибудь про этот косметический салон, что вспомню. Ну, ладно, до свидания. Сегодня такое коротенькое видео. Я решила сразу распаковку сделать. Так, вот она. А белого цвета, да, тоже такая же белого цвета. В косметике. Отстань. Вот такой же. И внутри там есть две насадки. Такая насадочка, смотрите. Блин, так неудобно держать камеру и снимать. В общем, это инструкция по применению. Надеюсь, что... Нет, если сейчас что-то работать не будет, я чек сохранила. Так, у меня чек есть. Если что-нибудь, какая-нибудь фигня будет, я обратно отнесу. Я решила это проверить сейчас, не оставлять на пока, а то вдруг... А зачем их две? Не поняла. А, это поменьше. Это вот поменьше, а тут дубчики побольше. И размером это побольше. Вот такие две насадки. Сейчас попробую включить. Так, сейчас посмотрим, работает, нет. Ну, работает. Ну, смотрите. Есть. О, тепленькая пошла. Тепленькая пошла. Тут горячая. О, горячо. Ну, нормально. А где здесь делать поменьше, побольше? Нет, что ли? А нет, вот есть, вот, вот. Вот тут есть размер. Вот такая. Поменьше, побольше. Вот так. Нормально. Работает. Все. Можно прическу делать. Ну, все. Все в порядке у меня. До свидания. Опять до свидания.